Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Stig War 2 Одиссея. Давай-ка мы зайдем сюда и крутанем бесплатно колесо удачи и посмотрим, что нам выпадет. И... хо-хоу! Гигантский скелетон, одна штука. Прикольно. Так, ну что, у нас с тобой есть вот эти камни, они нам нужны. Так, шоп, нам в магазине делать нечего. В бараке новый юнит. Так, уровень 10 нам нужен, чтобы открыть вот этого великана. Потерпим маленечко. Так, арена открывается тоже на 10 уровне. Так, что у нас тут по мечам? Ничегошеньки, да, нету. Так, а тут? Ага, материалы. Проб. То есть в данный момент у меня есть один великан-скелет. Свитки, что они делают, интересно, я не знаю. И два скилла для копателей, для наших. Материалы. Слушай, это все, что у меня есть, да? Понятно. 195 гемов. Вот эти какие-то камушки непонятные. Так, а анчивочки? За них мы ничего не получаем, получается, так? Угу, просто показывают нам как факт, и все. Майн Сити. Можем улучшить. Так, а сколько у нас? Это у нас получается... ага, лимит какой-то, ну-ка, апгрейд. Ну, в принципе, все, хватает, камни у меня эти есть. А-а-а, смотри-ка, тут нужно нам барак второго уровня, статуя второго... Подожди-ка, как это все нам сделать? Это барак, да? Улучшаем, получается у нас к атаке 2% и HP. Это для боевых юнитов. Конечно, улучшаем, друзья мои. Конечно, улучшаем. Также статуя. Что статуя нам дает, я не знаю. Магазин. Так, а чего не хватает? Не написано, главное, чего нам не хватает. Так. Закончить. Ну-ка, давай попробуем. Так, второго уровня, да, у нас стало. Так, теперь я, наверное, да, ребята. Просто надо было не просто поставить на улучшение, а еще и закончить его. Вот она, в чем проблема. Значит, мы с тобой можем теперь улучшить. А это, я так понимаю, опыт, что ли, идет нам, да? Нет, это идут деньги за бой. Хм. Давай, до второго уровня тоже неплохо. 15 минут придется подождать. Ладно, это не так уж долго. Как раз, наверное, пару боев мы с тобой успеем запиликать за это время. Ну что, бараки улучшены. Толку от этого никакого. А где у нас эти? Помнишь, костюмы мы могли с тобой одевать? Где это у нас вообще находится? Не помнишь? Я не помню. Ну ладно, это не столь важно. Мы с тобой продолжаем играть в ветреной стране. У нас тут бегемот Клифф. Я не знаю, что это такое. Будем смотреть. Так. Прокачкой. Прокачкой будем заниматься с тобой. 60. Ага, 60. Ну я хочу, наверное, улучшить наших бравых копателей. Наших шахтеров. Так, давай-ка, наверное, еще здесь мага маленечко улучшим. В принципе, я готов. В принципе, я готов. И у нас тут бегемот Клифф. Что у него? Давай-ка мы посмотрим. Опачки! А это разве будет справедливо? Друзья мои, он отправил ко мне великана. Нет, не отправил еще пока. И смотри, причем он в костюме индейца. То есть этот великан не просто так. Не какой-то там обыватель, а действительно лютый чувак будет. Так, два копателя — это мало. Кто-то меня в комментариях сказал: Рэй, это не рабы, это рудокопы. Ребят, я прекрасно понимаю, но зачем их называть рудокопами, если они рабы? Они же добывают для меня, извини меня, золото. Значит, они рабы. Все, вот, пускай работают. Так, а мы с тобой будем, наверное, копить на мага. Потому что с великаном, наверное, очень хорошо. Я надеюсь, на это будет справляться именно маг. Так, давайте, ребята, копать. У меня всего лишь тут один лучник стоит. Если этот чудик сейчас рванет на меня, я боюсь, у нас никаких шансов вообще с тобой на спасение не будет. Давайте, давайте. Главное, что вот эти чудики, да, которые наши вот эти вот работяги, они не тащат с собой вот эти мешки, как в первой части, да. Они просто вот добыли и идут. У них, видимо, рюкзачок сзади. Поэтому особо они не запариваются. Так, ну что, готовим с тобой мага сейчас. Отлично, что у нас там по заклинаниям? Угу. Есть ускорение наших рудокопов.
Есть гигантский скелет, причем это самое последнее заклинание. Я даже боюсь представить, кто там будет. Супер великан, наверное. А самое... Ох, ёпарсета, он еще одного призвал. А знаешь, что самое обидное для меня? Что я не могу здесь до сих пор создать аккаунт. Если какая-то любая ошибка, ребята, или еще что-нибудь, я просто-напросто не смогу возместить свой, как говорится, прогресс. Не могу. Пишет почему-то, что аккаунт в Фейсбуке нельзя сделать. Не знаю почему. Не контачит она, видимо. Так что играем на грани фола. Так, ну что, еще одного мага с тобой сделаем. Так, маги магами, но надо еще и лучников делать. Надо еще и лучников делать, потому что гиганты... Да ты что? Третьего он заклепал. Третьего гиганта. Я еще не знаю, как они тут себя ведут на самом-то деле. Потому что мы в первый раз только будем с ними драться. И, судя по всему, если мы сможем победить, да, этих великанов, нам дадут возможность его, как говорится, к себе приманить. И будем тоже его вызывать. Ну что, а пока мы будем с тобой делать лучников. Нам нужно как минимум, наверное, отряда 4. Два мага, это тоже маловато будет. Господи, сколько он их там делает, а? Ты посмотри, если эта орда пойдет на меня, я даже боюсь представить, что будет. Лучники, это, конечно, все хорошо, они у нас улучшены. Я не помню, правда, что дают нам вот эти вот маски. Чем мы с тобой будем обладать? Какими ударами? Слушай, а я ведь могу взять, да, кого-нибудь? Ну, предположим, я возьму мага под свое личное управление. Могу. Так, надо раскладочку, видимо, поменять. А, у меня еще и не настроено это все. У меня не настроено. Надо сделать, ребят, чтобы я мог ими управлять. Да? Так что, наверное, сделаем с тобой на паузу, и я пока сделаю управление ручное. Так, друзья мои, вот у меня получилось. Ага. Ну, почему-то... Да ладно, а что ты так... Так медленно он-то все делает. Вот это он выпускает молнию, а что же вот это тогда? Странно, это ничего не делает. Удивительно. Сколько он там этих великанов наклепал, а? Скажи-ка мне на милость. Наверное, целую кучу просто. Но у нас тут есть приспешники, если что, да? Так, еще, наверное, одного мага сделаем. И лучников. Ой, друзья мои, ну что, будем нападать, наверное, потому что у нас с тобой будет лимит скоро определенный по войскам. И хотелось бы... Ой-ой-ой, конечно, хотелось бы посмотреть вот эту вот рекламку, но я больше уверен, что у меня игра вылетит, поэтому пускай эта птичка пролетает. Блин, да он клепает и клепает, он клепает и клепает. Дай-ка я возьму... Могу я управлять, например... Ага, прислужника я взять не могу. Давай сбегаем, просто проверим. Хочу выпендриться. Во-во-во-во, бегите. Так, дудки тебе. На-ка копишкам. Ну куда вы, идите за мной. Сейчас мы их, ребята, попробуем выманить. Ай-яй-яй, не хотят. Давай, потихоньку, потихоньку. Да чтоб тебя, ну. Фигушки тебе. На-ка. Блин, ну почему? Лучника, точно. Сейчас я... Возьму лучника. Ну, переключайся на лук или-то. Ну, в чем проблема? Так, наверное, надо закрыть. Вот, сейчас мы... А, лучник у нас не может, что ли? Никаких этих нет активов у него? Да ну ладно. Так, они, по-моему, уже побежали на меня, да? Куда ты? Господи, стреляет. Ты стреляй вот в этого. Не пойму я, как это работает. Что он делает? Да что ты делаешь, лучник? Ёпрасты, ну... Я не могу просто стрельнуть, понимаешь? С лучником почему-то эта штука не работает. Слушай, давай попробуем атаковать. Тим Кум. Так, уйди. Побежала орда, ребята моя. Бум. Полная популяция, я получил достижение. Ну, понятное дело, потому что тут фулл армия у нас. А где маги? Вот они. Маги, вот они. Ага, одного великана уничтожили мы с тобой. Смотри, что происходит. Как мы тут вжариваем
заклинаниями. Оу, круто. Так, приспешники, давайте вызывайте приспешников. А там, по-моему, у нас... О, идет подмогушка, а? Почему лучники такие слабые? Объясни мне. А, у нас фул армия. Я думаю, почему у нас эти не делаются, приспешники? Да потому что... Так, еще одного великана уничтожили. Не надо подходить близко к магам, иначе... Опа! Вот этого я и боялся. Давай, 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 там еще сейчас... Ага, еще минус один великан, даже два великана уничтожили. О, да мы одного за другим в спину просто расстреливаем. Кстати, ты заметил, что со спины урон идет намного круче, чем спереди? Все. Ой, сейчас этой статуе не повезет. Ты посмотри, тут просто орда у меня этих. Так, он, ага, сделал подкрепление, призвал. Так, интересно, мы успеем завалить башню или нифига? Ё-моё, хорош, так много-то. Смотри, что происходит. Ой, не пора ли нам отступить, а, друзья мои? Не пора ли нам с вами отступить? Да уходите вы, маги, господи, ну что вы там тупите? Так, они все-таки за нами бегут, а? Ну-ка, давай, развернемся. Вот так вот. Так, и бомбим дальше их. Лучники к атаке готовы? Лучники-то готовы. Вот выживут ли у меня маги? А вот меня какой вопрос интересует больше всего. Сейчас... Бабах! Ё-моё, бедные маги мои. Поразлетались кто куда. Слушай, ну что-то тут вообще. Так, минус два. Еще минус там сколько-то великанов. Да, они берут чисто своим преимуществом. И все, не более того. А так, как ты видишь, мы их спокойненько, в принципе, разбираем. Так, давай в атаку дальше. Нам осталось добить просто-напросто вот эту вот статую. И все. И победа будет за нами. Да, друзья мои, вот и все. Разбомбили на изи. Так, мы получаем с тобой 30 гемов плюс кристаллы эти. Меня это устраивает. Бегемот Хилл. Ага. Погоди-ка секунду. Ведь я могу же взять, например, великанов или нет? Ну-ка. Слушай, нет, мне не дали здесь пока никаких великанов. Как ты видишь. Давай тогда мы... А, 45 кристаллов у меня всего. Я не смогу ничего сделать. Могу вот улучшить только своих лучников этих. Поехали, давай посмотрим. Вот здесь, наверное, уже будет башня великанов. Нет, никого нету. Вау, вау, вау. Смотри, каких мне дали прокачанных и лучников. Так, бригада, я получил достижение. Улучшенные лучники, улучшенные копейщики. И против кого мы будем воевать? Так, отряд мечников. Ну ладно, отряд мечников. Мои копатели, тут у нас, кстати, золота не так уж и много. Нам, наверное, надо будет здесь продержаться. Опачки, еще идут. Так, это уже третий отряд он приготовил, да? Хорошо. А если я, например, сейчас на них нападу? Давай попробуем напасть на них. Убегать им некуда все равно, тут нет никакого изменения. Башни, никакой подкрепления. Сейчас посмотрим, как это все будет у нас выходить. Воу-воу-воу-воу-воу. Лучники, давайте заряжайте. Блин, да вообще у них ни шанса нету. Так, еще вызовем с тобой одного мага. Так, ну тут, по-моему, нам больше делать нечего. Твою же налево, а! Явился, не запылился, тут великан, друзья мои. Тут у нас идет великаша. И он идет! Так. Опачки, с подкреплением. Ладно, давай попробуем его разобрать. Давай попробуем его разобрать. Так. Давай, 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 великана, великана бомбите. Бамс. Мои супер элитные, блин, копейщики просто разлетаются в пух и прах.
Ну разве это не обидно, а, ребят? Терять такие элитные войска. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ушатали. Так, что там он написал? Что за сообщение было? Еще идет. Еще идет один великан. Нам нужно его бомбануть быстрее, чтобы они тут не скопили свою армию. Так, лучников, наверное, с тобой поделаем немножко побольше, да? Опачки, смотри, у него лукари. Да-да-да-да-да. Вот так вот. Вот мы... Куда вы... А, вот, вот будем стоять здесь на гарнизоне. Хе-хе. Пускай появляются. Еще великан идет. Друзья мои, еще один... А что мои стоят-то? Давай, атака! Так, у меня лимит по армии, я больше не могу никого призвать. К сожалению. На тебе. Маги! Магов-то будем? Будем. Вообще никакого шанса им не даем что-то здесь сделать. Мне бы, конечно, хотелось бы иметь магов-лечащих, да, которые могут отхиливать мою армию. Вот это было вообще имба. Еще один великан. Но почему вот эти вот, как тебе сказать, приспешники стоят сзади моих копейщиков? Маг, ты куда пошел-то? Дурила ты деревянная, а? Зачем ты подставляешься? Объясни мне на милость. Так, минус один великан. Там еще двое идут. Труба дела, друзья мои, труба дела. Сейчас у меня уничтожат моих супер этих копейщиков и останутся лишь элитные лучники. Но они тоже хороши. Они тоже хороши. Тут не поспоришь. Так, лучники вышли, мы их разобрали. Е! Победа! Вот, вот о чем я тебе говорил. Теперь нам доступны с тобой великаны. Так, нет, нет, спасибо большое, я... Прекрасно знаю ваши вот эти вот штучки-дрючки. Ни одна реклама здесь не работает, поэтому я обойдусь без них. Так, давай-ка мы глянем, что-нибудь можно нам с тобой вообще улучшить. Так, Main City. Апгрейдик хоть какой-нибудь у нас сделался? У нас сделалось, друзья мои. В плане. Ведь все закончено же, да? Бараки. О-оу, 900. Ну это, по-моему, какого уровня? Это третьего уровня. А статую, если... Так... ХП 10% получает. Ладно. Трофеи. Агоронс глаз какой-то. Давай заберем. 15 гемов. Реворд. Так, и здесь у нас еще 30. 90, да? Нормуль. А какой у нас вообще уровень? Кто мне скажет? Никто не скажет мне? Нет, никто не скажет. В бараках. Вот он, красавчик наш. 3300 вот таких вот нужно. Блин, жесть. Жесть. Это вот, прикинь, такой, да, чувак? А это вообще какой-то супер-пупер. Индеец, шаман. Открыть. Вот эти еще значки. Я пока, честно говоря, не понял, где их зарабатывать. Вот эти вот шлемы. Ну, ты помнишь, что на бараках, где... Точнее, не на бараках, а где мы с тобой можем драться против зомби, да? Мы зарабатываем с тобой вот эти камни. А шлемы пока еще без понятия, где брать. Ну что, поехали, у нас с тобой еще тут... Ух! Так, что у нас тут? Форест, какая-то деревушка. Какая-то деревушка, так. Мы можем повысить броню. Да? Здоровье на 30% увеличить. И дамаг на 20% улучшить. Я думаю, наверное, лучше дамаг и немножечко брони. Вот так вот. Ну что, друзья мои, погнали! Посмотрим, чего тут нам ждать. Мне кажется, вот этот лимит как-то можно повышать. Может быть, нам нужно развивать с тобой деревню. Так, подожди, а у меня сколько там рудокопов? Два всего. Какое два? Этого мало. Давай вот еще три как минимум. Потому что он тут слишком... Опа, опа, опа. Бежит, друзья мои, бежит копейщик. Причем копейщик у нее простой уже, видимо, в какой-то броне, да? Сейчас я сравню с нашим копейщиком, глянем. Так, у него и лучники какие-то в шляпах, там все дела. Нет, копейщики одинаковые. Да, то есть без брони. А вот лучники, ну, у него в таких вот костюмах, а у нас будет в костюмах индейцев. Так, а что я делаю? Зачем я так делаю? Мне нужно призвать, наверное, мага. Призовем с тобой мага сейчас и, наверное, потом великанчика надо будет, да, нам с тобой призвать. Тут будет серьезная битва, не на шутку уже, как говорится. Все по-серьезному. Сейчас выйдет маг, наклепает своих приспешников.
А мы копим с тобой 1500 голды. 1500 голды накопим. Сделаем с тобой великана. Ну, я думаю, он тут хорошо задаст трюку. Ну, по крайней мере, он очень неплохо их раскидывает по сторонам. Правда, копейщики его быстро могут ушатать. А лучники и подавно. Но если он подойдет туда к ним, то им, конечно, не сдобровать будет. Что ты клепаешь и клепаешь, клепаешь и клепаешь их? Что там у меня происходит? Где мои эти ребята? Что-то как-то вы долго, медленно ходите. Так, великана вызываем. Великана мы с собой вызвали. Опа-на! Друзья мои, они бегут уже. Давай, давай, готовимся, готовимся к отбитию атаки. Где мой великан? Великан, ну ё-моё, идет там еле-еле. А, сейчас маг заклепают. Бедный маг, но он боролся до последнего, ребят. Но! Давай, великаша. Бамс! Положил там всех рядом. Замечательно, красавчик. Ну, армию, конечно, бомбанули мне. Тут не поспоришь ничего. Так, маг. Маг-то у меня созрел там. Да, сейчас выйдет маг. Лучники тут хорошо себя проявили, на самом деле. Он опять от такую же армию даже еще больше сделал. Смотри. Оу-оу-оу-оу. Сколько у меня рабов? Три? Какое три? Как минимум 5 должно быть, лучше 6. В идеале 10. Если мы хотим с тобой тут очень быстро развиваться, конечно же. Так, что у него тут? Почти 3 отряда мечников плюс маг. Ладно, маг это фигня, все. Меня больше напрягает большая армия мечников. Так, против мечников пойдут очень хорошо лучники. Ну а маги вообще идеально. Потому что, во-первых, когда бежит его армия, она сразу же прыгает на моих послушников. Соответственно, теряет свой суперудар. Ну, а дальше мы уже просто там их расстреливаем, бомбим и делаем, что хотим. Ну, по крайней мере, у него никаких нету костюмов. То есть обычные, самые начальные стикманы. У нас все-таки, согласись, есть на лучниках улучшенная шмотка. Так, выходит у нас второй маг. Наверное, мы с тобой еще сделаем одного великана. Оу, уже бегут. Друзья мои, они уже рванули. Так, великан, давай, бомби, будь добр. Бамс! Шикарно он делает. На тебе! Вообще замечательно. Смотри, что тут происходит, а, ребята. Идет, конечно, очень медленно. Тут не поспоришь, но зато бомбит-то как. И мои в этот момент расстреливают их. Ух! Так, он еще вызвал, друзья мои, подкрепу. Видишь? Он вызвал еще подкрепу. Так, давай-ка мы начнем, наверное, атаку уже на него, потому что он тут достал меня, если честно. Будет постоянно атаковать. Где мои лучники? Вон они сзади. Ты-дыщ! Раскидываем, как букашек. Бабах! Блин, классно. Так, ну что, накопим с тобой еще, наверное, 1500, да? А, вражеский маг не убил. А, это мои. Моих расстреливают. Это что, у меня все, что есть, что ли? Ни одного бойца нету? Это плохо. Согласись, что это не очень хорошо. Ну-ка, давай тогда хотя бы стрелков, наверное, позовем. Очень быстро великан разбирает. Да-да, эти лучники очень быстро его уничтожают. Так, что он там вызвал подкрепление? Сматываемся. Сматываемся, ребята. Ай, маг, убегай. Блин. Эх, великана завалили. И мага убили. Гады эти шлепки, а. Да нифига они там бомбят за километр, блин. Такого не должно было быть. Так, что? Давай призовем еще с тобой одного великана. И все, наверное, да? Так, что он там делает? Еще что-то. Опа. Он еще подкреп, ребята, призвал. Великан, развернись. Уже драться пора. Он все куда-то топает. Но тут быстро расправились мы с ними, смотри. Так, лучников надо побольше наклепать все-таки. Дыдыш. Так, пока мы не уничтожим с тобой этого великана, да, этих лучников никто... Воу, маги, еще два великана идет. Еще два великана, точно. Давай, 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 родные мои.
Что-то лучников у меня как-то маловато, тебе не кажется? Что они в разброс как-то там встали все, непонятно где и куда и что. Так, бомбим. Эти тут подбегают, сразу же отдупляются. Маг слишком близко стоит, слишком близко у нас стоит там маг. Зачем он туда встал? Его, по-моему, уже уничтожили. Так, лучники нас прикрывают, и это хорошо. Так, они испугались, ребята, мы их будем догонять. Мы их будем догонять, я не буду их жалеть, щадить или еще что-нибудь в этом роде. Так, я тут наклепаю такую армию стрелков сейчас. Вот так вот. Давай, давай, давай. Сейчас великаны возьмут на себя часть огневой атаки. И лучники будут превосходно себя здесь чувствовать. Ну, естественно, он будет вызывать подкрепление 100%. Бум, бум, такие удары. Слушай, а наш великан... А, он только ударяет. Нет у него, как в первой части, землетрясения, да? Так, тихо, 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 тихо. Нам нужно успеть, чтобы битвы пока еще не началось. Ну куда? Ну что вы все дураки переключаетесь-то на него? Ну бейте, блин, ста. Вот, они бьют статую. Давай, там осталось совсем немножко. Ты видишь, что у них идет армия? И все как идиоты. Нет, я думал, переключились на армию. Победили, ребят, мы с вами. Прогресс всего 20%. Что так кисло-то? Что так мало-то, ребят? Ну что, у нас следующий уровень. Так, следующий уровень. Ну и давай, посмотрим. Так, у нас с тобой 60 гемов. Мало, мало, мы можем. Нет, мы не можем, а здесь? Так, это у нас здоровье, это атака. Я атаку улучшу. Да? Я улучшил атаку. Что же у нас? Блин, у нас скоро еще ледяная страна откроется. А вот здесь, наверное, будет огненная. Ну да, так и получается, это винт ветреная, или, я не знаю, или лесная локация. Это ледяная локация, это огненная. Как они меня вот с этим достали, а? Давай-ка посмотрим. Так, анчивы никакой нету. Вот это вот я никак не могу понять, что такое калибр. Был бы перевод, можно было бы еще понять. Но тут какие-то бонусы. Старт триал. Не знаю, старт триал нажал и все. Ой-ой-ой-ой, это что, подожди, это сбросилось что ли у меня? Или мне показалось, ребят? Я не понял. Надеюсь, не сбросилось все это. А то что-то мне показалось. Нет, все отлично. Ну, чё, больше у нас нету ни гемов, ничего. Пора просто приступать к бою. Так. Что на этот раз? Давай-ка вот так вот 6 рабов сразу сделаем. Ага, здесь нам нужно уничтожить опять же статую. Очень много копателей. Один лучник уже стоит, индеец. Индеец Джо. Так, а мы? Мы тоже добываем все пучком, все хорошо. С кого начнем? С мага? Или с лучников, а? Давай, наверное, с магов начнем с тобой. Построим мага, потом начнем уже клепать с тобой лучников. Так, ребятульки, вам бы как-то скорость, я не знаю, повысить. Что-то вы как-то и ходите, как в штаны наложившие. Совсем нехорошо. Слушай, а может быть я еще одного великана вызову, а? На всякий случай. Будет у меня стоять маг со своими приспешниками, да? И сзади прикрывать его будет наш великан. А уже за великана мы поставим с тобой лучников. Вот так вот будет, наверное, оптимально. Так что давай будем так и делать. Ага, ты смотри, он не дурачок, он тоже призвал. И он, наверное, уже... Он идет ко мне. Нет, он встал. Он встал. То есть мы не будем с вами налегке, да? Я вижу, у него этот гигант без брони, так же, как и у нас. Просто обычный. Так, сейчас накопим. Я, наверное, еще все-таки одного великашу призову. Так, а у него великан и лучник. Но это пока. Довольно быстро мы с вами деньги копим. Так, а если я еще призову, например, одного добывателя, чтобы нам ускорить процесс. Каждый добывальщик у нас за ним... Два добывальщика на одной жили.
То есть раз, два, три, четыре. Четыре жилы по два, восемь. Восемь добывальщиков можно себе смело ставить здесь. Как у меня, в принципе, и есть. Ну что, вызываем... Так, а он не дурак, он не дурак. Он тоже вызывает, как ты видишь, великанов. Ну ладно, ладно. Мы тогда начнем делать наших лучников. Будем делать... Я вот не знаю, может быть, копейщиков... Ага, смотри-ка, только я подумал о копейщиках, и он тоже начал их клепать здесь. Плюс мечников делает. Вот жучара, а. Да, битва тут не шуточная должна быть. Так, у нас с тобой два лучника. Этого мало. Давай-ка я еще одного мага вызову. Блин. Получится, что у нас? Два мага, почти один отряд лучников. Почему-то великаны не стоят в ряд, да? Как вот эти вот. А как-то вот все в кучку. И вот иногда не понять, сколько у него тут этих великанов. Один, два, шесть, десять. Не очень понятно. Так, что у нас получается? Сейчас будет, по идее, три мага. Три мага. Давай сделаем с тобой еще отряд лучников. Как раз четыре стрелка. Он пока стоит, не двигается. У нас лимит по армии. Угу. Это говорит о чем? Что пора нападать? Пора нападать. Великаны, как медленно вы идете, а? Как же вы медленно идете? Пошла у нас тут заваруха. Копейщик, мне нравится, что он встает в защитную стойку, прикрывается щитом. Но лучники, как ты видишь, дело-то свое знают. Твою налево, эти упыри начали бомбить. Эти упыри начали бомбить. Так, пока не могу все равно никого поставить, потому что, видимо, еще приспешники не считаются как боевые единицы, поэтому то, что их уничтожают, это только, как говорится, ну, в холостую. А вот когда реальных вот бойцов убивают, тогда, да, у нас идет с собой уже отсчет. Блин, он очень хорошо сдерживает, друзья мои, очень хорошо сдерживает великан. Так, пошли, 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 родные мои, бомбим. Сейчас 100% будет призывать подкрепление. 100% тебе говорю. Но вот, вот он начинает призывать. И вот как он это делает, тут объясню. Он вызывает и вот этих лучников элитных, да, и ко всему прочему вызывает этих великанов одновременно. У меня лично выбор. Либо я могу скрыться в замок и просто стрелки будут. Никаких великанов. Хотя нет, великаны они стоят, да. Великаны не стоят, они не уходят в замок. Понятно. Так, смотри, ну тут очень плохо. Мои лучники куда стреляют-то? А, они в башню бомбят. То есть они не, даже не обращают внимания, да, на этих великанов. Ну, сейчас мы тогда уничтожим, скорее всего. Подожди, 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 подожди. Мы сейчас уничтожим, да. Слушай, ну замечательно. Великаны, короче, дрались с вражескими великанами, а лучники в этот момент расстреливали башню. Это было прикольно, на самом деле. Так, ну что, у нас с тобой, ух ты, тут какая-то башня. Тут какая-то башня, а мы должны добраться до сюда. Ну-ка, давай-ка посмотрим, что нас здесь поджидает. Почему мне не дают гемы больше, а? Скажите-ка мне на милость. Я вроде прохожу уровни, а гемов мне не дают. 7 боев еще нам нужно с тобой сделать. Клик, спасибо тебе, клик, я знаю, что такое. Блин, надо было сундучок вот этот открыть, да? За 100 гемов. Бесплатные, конечно, ага. Посмотри видосы, вылети, как говорится. Да что ты будешь делать? Ну как вы меня достали вот с этой ерундой своей, а? А что у меня в городе? Трофеи. 15 гемов. Ладушки. Так, погоди-ка, тут закончилось у нас? Закончилось. Так. Магазин. Не хватает 100 камней. А эти камни, ребят, мы с вами получаем именно на Абисе. Абис это вот. Это драка у нас против зомби. Ну что, давай попробуем с тобой сыграть. Повоевать с этими зомбарями. Подожди-ка, я, по-моему, забыл сделать улучшение.
Да контини, говорю же, что. Ага. А улучшить мы не можем. Не можем. Хорошо, поехали тогда без улучшения. Ух ты, а это кто такой? Кто это? Так, вот она, моя армия. Так, вызываем с тобой рабов. Зомби идут. Так, раз, два, три, четыре. Пятый и шестой. Блин, многовато я рабов призвал. Тут всего два рудничка. Нам здесь понадобится очень много лучников. Слушай, а зомби будут как-то тут усиливаться? Помните, как в первой части? Вначале обычные ходоки, потом плевуны, прыгуны и так далее. Только сказал, и вот тебе, друзья мои, прыгуны. Так, подожди, прыгуны — это плохо на самом деле. Так, у меня лучники есть элитные, там мои стоят. Ладно, сейчас посмотрим, что будет происходить. Стреляем, 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 говорю. Вау. Такой сальтон сделал, чувак. Так, магов я пока призвать не буду. Я хочу призвать себе одного. Так, он опять кого-то там призывает. Кого ты там призываешь? Какой-то темный лорд. Давай, великан, выходи. Будешь, так сказать, их сдерживать. Они пускай все на тебя идут. Да, он стоит на первом месте, да, как бы здесь вот. Впереди всей армии. Но он очень медленно ходит, поэтому при атаке от него как бы толку мало. И единственное, что здесь еще нельзя как бы нам ускорить процесс, да. Вот мы так и должны с тобой терпеть всю эту волну на медленном бое. Так, давай еще лучиков лепим. Слишком что-то далеко мои бойцы отбегают, их же там расколбасят. Причем этот не получил вообще урона. Ни единого, копейщик. Куда ты идешь-то, великаша, ё-моё, я не отправлял никого в бой. Бам, так, что он там опять делает? Кто это такой вообще? Ой-ой-ой-ой-ой. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Файл, это опять ошибка, блин. И вот это, ребята, меня больше всего убивает, когда просто вылетает у тебя игра на пустом месте, понимаешь? Все, я даже не могу зайти, потому что, типа, я в свою попытку истратил. Да и фиг с вами, опять вы за свое, а? И не подключай, не знаю, она какая-то... Она, понимаешь, ребята, она какая-то китайская, да? Хоть и английский язык есть, но я не... Она не контачит с нашими сервисами. Не знаю почему. Ладно, мы с тобой пойдем тогда просто в бой. У нас есть еще вот тут башня какая-то. Будем драться за нее. В следующем видосике попробуем с тобой, наверное, все-таки сыграть против зомби этих. Ё-моё, ты чё, тихо-тихо. Что, ё-моё, я уж думал, сразу побежали. Так, смотри, у него и жрецы, великаны. Ты не припухли сразу такую армию здесь пиликать? Ну согласись, вот они бы сейчас побежали на меня, просто растоптали бы. Просто уничтожили бы, на изи причем, вообще без проблем. Как вот ты прикажешь мне здесь драться? Мои рыбы, конечно, тут пыхтят, пытаются сделать что-то. Но это очень все равно много и долго делать. Смотри, офигеть, армию наклепал. Еще и призывает магов. Сейчас, наверное, он сделает себе лимит по армии и на меня ломанется. А я смогу только лишь одного великанчика сейчас позвать. Призову я, например, одного великана, да? Спрятаться в башню, если только. Да. Спрятаться в башню. Так они мне башню разнесут быстро. Так, если великан будет пока драться, вызову, например, одного мага. У него там очень много хилов, не забывай. Раз, два. Целый отряд хиллеров. Плюс боевые маги. Да, тут будет сейчас, да, действительно офигенная заваруха. Так, давай тогда лучников с тобой сделаем. И копейщиков. Посмотри, сколько наклепал, а. А копейщики очень сильные. Намного сильнее, чем, например, в ближнем бою, я имею в виду, чем те же самые лучники или мечники. Вот так вот.
Так что, наверное, нам нужно с тобой призвать еще одного мага. Да и великанов чем больше, тем лучше, с одной стороны. Офигею против... Опа, по-моему, сейчас на меня пойдет. А, нет. Птичка. Вот что, ребята, означает. Этот чувак говорит, что типа летит птичка с боксом, ну, с ящиком. Типа, посмотри видосик. Ага, посмотрел уже во время зомби-атаки. Вылетела игра, и все здесь. Так, ну что, призовем, наверное, еще с тобой одного великашу. У него тут, я вижу, два великана, да? Два. Но нам как минимум нужно три или четыре даже, чтобы хотя бы быть на равных. Но это, конечно, не будет все равно на равных. Потому что у него офигеть тут армия копейщиков. Лучников сколько, посмотри. И плюс хилы. Да, конечно. У меня нет никаких хилеров. А как он, интересно, может вызывать хилов одновременно с боевыми магами? Значит, это он по заклинаниям, ребята, прокатился. А другого тут расклада нету. Прикинь, вызвать вот этого демона. Я его приберегу. На какую-нибудь там супер эпическую битву. Может быть, здесь будет босс. Да, какой-нибудь супер мощный чувак. Я делаю себе третьего великана. Третьего великана. Мне нужно тоже, кстати, ну, побольше лучиков еще сделать. У него там сколько отрядов? Раз, два. И начинает третий отряд, да? А у меня даже одного отряда нету. Два мага боевых — это фигня, у него хилы есть. Так что на них смотреть не стоит. Можно, конечно, попробовать сделать копейщиков. Тоже отрядик. Они полулучники, да, скажем так, полубойцы. Потому что они могут и копья метать. Да и в ближнем бою, как говорится, хороши. Я хочу сравняться просто с ним. Хочу просто сравняться. Так, раз, два. Ну, грубо говоря, три отряда у него копейщиков. Три отряда. А у меня, дай бог, отряд сейчас соберется только. И смотри, у меня будет лимит. Я не смогу дальше ничего призвать. Как это интересно знать? Он за свой... Блин, подожди. А как мне увеличить тогда количество бойцов в отряде? Ты посмотри. У меня все, лимит. Ребята, я не могу здесь ничего сделать. Идти в атаку — это безумие, мне кажется, будет. Так и хочется использовать вот этого демона. Если я пойду одним великаном, это же тупость. Они сейчас издалека его просто шваркнут, да и все. Блин, если я пойду в атаку всем отрядом, это я не знаю, ребят. Они подорвутся, вот они уже. Во-во-во-во, бегут, бегут, бегут. Так. Храбрец, иди сюда. Ать. Че, они вот так? Нет, они... Дай-ка я бомбану. Опачки. Бэкстеп я получил. На тебе. То есть у меня супер великан, который в одно лицо здесь просто бомбит. В одно лицо, ребят. Просто пришел и пол армии тут положил почти. А, тут два великана у него. Ну-ка, давай, давай, давай. Куда пошли, подлые трусы? Так, дай-ка я хотя бы этих уничтожу. А, там кто-то их хиляет. Там же эти маги. То есть у меня не получится их, да? Уничтожить. Они все равно получают дозу от хила. А если я вот так вот сделаю? Тим Кум. Давай, друзья мои, идите сюда, помогайте. О, сейчас должны мы их тут расклепать. Потому что я одного великана взял, как говорится, под управление. Давай, это кто? Это мои маги? Или чьи там? Откуда у тебя, сука, великанов-то? Ханорик. Кто меня все время отталкивает? Я вообще попадаю хоть? Я не помню, у меня вообще из-под контроля. Нет, не вышел. Блин, да что так мало лучников-то? Дайте побольше-то сделать. Мага всех забомбили, что ли?
Да нет, стоят там, бомбят. Великан, ты будешь подходить? Еее! Так, шитьки, а ну-ка. Дай-ка я сюда перейду. Бабах! Изи найс. Нати, щеглы. Так, пойду-ка я, наверное, прогуляюсь до лучников. Не дошел. Дай-ка мне под управление великана. Дай мне, говорю, одного великана. Куда ты меня смещаешь, говорю, да... Ой, дурики, а. Хотел взять великана под управление, чтобы разбомбить вон тех лукарей. Но ведь нет же. Так, лучники, лучники, лучники мои красавцы, давайте бомбите. Эй, вы будете призывать-то? Призывают. Так, расстреливаем. Так, разберемся, армия на армию. Чё-то, по-моему, как-то нас разбирают здесь быстрее эти лукари. Так еще хиляет, понимаешь, в чем дело? Их еще хиляет. Блин, офигеть, мы вот этих так и не уничтожили. Вот и все, вот и армии моей крышка наступила. Но все равно, мы тоже их неплохо помурыжили, согласись. По крайней мере, великанов уничтожили. Копейщиков тоже всех уничтожили. Надо поспешать. Надо поспешать, надо нам с тобой сделать. Блин, кого нам сделать-то? Два великана есть. Два великана есть. Лучник всего лишь один. Так, великана. Сколько? Три. Пошли делаться лучники, так? Нет. А, это еще старые запасы доделываются, да, которые я не сделал в тот раз. Ладно. Так, лукари, лукари. Так, он, надеюсь, копейщиков не делает? Слушай, нет, он копейщиков не стал делать. Но он делает... Вот эти вот ватники, я их разнесу. Магов боевых он теперь тут наклепал. Да ну, хорош. А рудники тут, я так понимаю, бесконечные, что ли? Вот эти вот, да? Золото. Что-то добывает, добывает. Оно не кончается и не кончается. Так, у меня опять лимит. Друзья мои, опять лимит. Опять я беру великана под свое управление и пошел. Пошел я, пошел бомбить их. Будем с тобой придерживаться такой тактики. Нате вам. Так, призываем наших. Нате, говнюки мелкие. Бабах. Так, вот они, мой подкреп прибежал. Нате вам всем. Так, я пойду, наверное, вот туда прорвусь. Надо уничтожить этих магов. Ну. Так. Ох, бомбят, как по мне. Сейчас я попробую. Блин. Ай-яй-яй-яй, не получается. Так, давай сразу следующего. Блин. Не получается заказать. Ну. Там что у нас по магам? Понятно, маги там клепают армию этих приспешников. А мои-то хоть что-нибудь делают, кроме того, как просто магии жарят? Да нет, вроде что там делают. Так, 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 друзья мои, лучники там, нормуль. Вот сейчас будет замес нехилый. Смотри, смотри, просто битва титанов, ё-моё, магов целая куча. Давай, дадаешь, пока не падают, они не могут применять заклинания. Я имею в виду маги. Бу-бух, вот так вот им всем. Лучников валим теперь, отлично. Смотри, какая тут армия прибежала. Блин, если мы сейчас с тобой потеряем великана всех, это будет труба. Ну? Так, придется отступать. Да что ж ты будешь делать-то, а? Как я тут их должен победить? Объясни мне. Короче, ребят, я вызываю этого демона. Ёпрасты, смотри, пошел, 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 пошел. Давай, наших тоже туда подтянем. Нет, подожди, лучше подождем.
А, так он за нас будет. Все, 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 я понял. Хотелось бы посмотреть. Просто они меня достали. Вот серьезно говорю, они меня достали. Он постоянно их обратно восстанавливает. Всех этих уродов. Так, а если я посмотрю, что ты вообще можешь делать? Да, выбери тут его еще. Тут не получится, ребят. Тут не получится. Так, и, наверное, давай копейщиков. Копейщики, наверное, тут будут лучше. Лучников очень быстро разбирают, тем более заклинаниями, ты сам видел, да? На что способны эти маги. А копейщики будут, наверное, поэффективнее. Хотя лучники очень хорошо сзади бомбят. Наверное, надо нам с тобой магов. Штучек 4. Ну вот, забьем с вами и все. Так, давай. А у нас не хватит, да? Блин, как же мне... А, вот. Ух ты, я тебе знаешь, что могу сказать? Он очень, очень быстро двигается. А что он делает? Так, ну давай посмотрим, стоит ли он вообще того. Тим Кум, побежали. Ну-ка. Ё-моё, что ты делаешь? Я не могу понять, сколько у тебя урона. Слушай, у него колоссальный урон. Просто, ребята, колоссальный. Ты посмотри, что он вытворяет. Нати. Я их сейчас разнесу, этих великанов. В одно лицо. Ну, конечно, помогает мне. Так, а теперь я пойду уничтожу этих магов. Дэдыш, смотри, сколько я им оставляю здоровья. А лучики вообще сейчас отдуплятся сразу же. Фух. На тебе. Вообще изящий чувак. Ты посмотри, какой он урон наносит. Че они там, опять подкрепление вызвали? Ну давай, давай, вызывай. Я уничтожу тебе все равно эту башню. Че бы ты тут не делал. Все, ребят, кранты. Люто, люто, ничего не скажешь. Но это благодаря, опять же, этому великану. Так бы я, наверное, не смог бы пройти. Или смог бы, но это пришлось бы, знаешь, тени толкай. Около 2 часов, наверное, пришлось бы, пока бы не иссякли наши ресурсы. Ну что, дорогие друзья, я думаю, на этой ноте мы с вами будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. Обязательно увидимся в следующей серии и продолжим играть. Так что удачи и до скорого.